Хочешь блистать как звезда, но не знаешь, на кого равняться? Мы тебе поможем. Я Ульяна Амин, ты это «Звездный лук». Чтобы стать героем нашей программы, достаточно быть похожим на знаменитость. Все остальное сделаем мы. Перевоплощение в законодателе стиля произойдет здесь и сейчас, в модельной школе Асель Сагатовой. Ну а прежде мы выясним, чей звездный образ мы возьмем за основу сегодня. Моника Беллуччи – знойная итальянка, ставшая звездой французского кино и покорившая Америку. Актриса по праву считается одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты, что из года в год подтверждают различные рейтинги и опросы. Еще подростком Моника подписывает контракт с агентством Elite Model. И уже через год снимается для таких монстров фэшн-индустрии, как журнал Elle и бренд Dolce Gabbana. Позже итальянка попробовала себя в киноиндустрии. Беллуччи воскресила в современном кино образ настоящей кинодивы. Но какими бы роковыми и страстными не были ее героини, в семейной жизни Моника – образцовая мать и жена. Стиль Беллуччи – воплощение соблазнительной женственности. Актрису не случайно называют второй Софи Лорен. Меня зовут Лика, мне 27 лет. Я организатор городских мероприятий, в частности, автошоу. Мое хобби, естественно, это автомобили. Скорость для меня это антидепрессант своего рода. Машина, музыка, мне больше ничего не нужно. Автомобили я люблю, наверное, с рождения. У меня семья занималась автомобилями, отец. Как бы это он в меня вселил эту любовь. Вообще я никогда не знала, что я похожа. Я не видела сходства с Моникой Беллуччи. В принципе, я с ней не была знакома даже по фильмам. Я не смотрела, не интересовалась ни фильмами, ни с ее участием. Вот. Но мне довелось уехать в Италию. Прожила я там месяца 4. Именно итальянские мужчины убедили меня в том, что я похожа на Монику Беллуччи. Меня даже, наверное, Ликой там не называли. Меня называли «О, наша русская Моника». Конечно, Моника, она крутая женщина. Она достойна того, чтобы подражать ей. Женщина номер один для меня с некоторых пор. Я хочу в себе увидеть Монику и хочу, чтобы люди тоже увидели. Рафаэль Ромен – стилист, художник по костюмам, дизайнер одежды и мастер по гриму. Принимает участие в работе над музыкальными клипами, рекламными роликами и фотосессиями для глянцевых журналов. Сотрудничает как с отечественными, так и с зарубежными режиссерами кино. Лика, настал момент X. Сейчас я тебя познакомлю с Рафаэлем. Он у нас стилист. Он подберет для тебя сексуальные наряды, и ты будешь, я думаю, 100% похожа на Монику Беллуччи. Рафаэль, сходство, по-моему, значительное. Да, я вижу сходство уже. Я знаю, что я на нее одену. Я думаю, что ты будешь неотразима. И желаю тебе удачи. Я думаю, что все твои фантазии воплотятся на этой стройной, очаровательной девушке. Спасибо. Идем, Лика. Пошли. Мы все знаем, как она выглядит на красных дорожках, поэтому мы будем стараться сегодня подобрать такой лук, чтобы ты выглядела просто нереально красоткой. Чтобы еще красивее было, чем Моника Беллуччи. Давай попробуем. Давай. Так. Я думаю, что эта юбка очень даже подойдет. Я думаю, что в ее стиле. Как ты думаешь? Я думаю, что да. Бери. Так, если у нас есть юбка, я думаю, что нужна нам блузка. Вот, красный цвет. Она очень любит красный цвет. И кружева – это в ее стиле. Богема, винтаж. Давай попробуем. Пройдешь? Да, хорошо. Я чувствую себя взрослой женщиной. Ну, конечно. Моника Беллуччи еще какая женщина? Я считаю, что это в ее стиле. Вот, я уже вижу мейкап, прическу сделать, и ты просто копия Моники Беллуччи.
Очень часто можно увидеть ее в нарядах более классического вида. То есть это юбки, карандаши, блузки. Ну, ты знаешь. Вот именно это платье, я думаю, что по характеру у нашей героини Моники Беллуччи. Так что я думаю, что стоит примерить и посмотреть. Вот. Давай примерим. Вау! Ну ты просто супер! У тебя фигура просто нереальная. Нет слов просто. Я считаю, это вообще пятерка. Интересно. Мне теперь вспоминается какой-то ее персонаж с какого-то фильма, вот только не помню с какого. Но я не думаю, что это стопроцентное попадение Моники Беллуччи. Как ты думаешь? Мне вообще-то нравится. Вот тебе просто нравится. Можешь купить ее и носить. Ну да, тебе очень хорошо идет. Я думаю, что очень удобно и красиво. Ксения Верховод в 19 лет закончила курс визажиста в студии Дины Бактияр. Проекты «Каз Интербьюти» от компании «Мэри Кей». Совместная работа с известным фотографом Риной Шторм. Визажист в съемках клипа Кайрата Нуртаса. Ведущий визажист в модельной школе Асель Сагатовой. Это Ксюша, она у нас визажист. Сейчас потребуется ее помощь, так как Рафаэль свою часть работы выполнил, но его советы сейчас последуют. Рафаэль, мне кажется, что лики подойдут стрелки, как у Моники Беллуччи. Твое мнение каково? Ну, я не очень уверен насчет стрелок, но, безусловно, нужно подчеркнуть глаза, потому что у нее очень красивые глаза, и она всегда пытается их показать. Ну и, конечно же, губы тоже. Я думаю, что нужно накрасить очень ярким цветом. Возьмем с меня пример. Сделаем ей красные, такие огненно-красные губки. Да. И волосы? Волосы накрутить. Правда, она очень редко крутит свои волосы. Но я хочу, чтобы у нее образ был сегодня, как в фильме «Малена». Супер, Лика, я хочу уже это видеть. Я желаю тебе удачи, Ксюш. Фея красоты. Поехали. Удачи. Все, давайте. Ну все, сейчас начнем творить чудеса. Илья Кондрахин, фотограф модельной школы имени Асель Сагатовой. Диплом киношколы при киностудии «Казахфильм». Сотрудничество с журналами ДМ, Евразия Эйр и интернет-порталами HHKZ, Геометрия, Карлов Медиа KZ. Сотрудничество с ювелирными и фэшн-марками. Участник международных выставок и семинаров. Человек, который, в принципе, никогда не откажет в помощи, она добивается своих целей. Может быть, она идет пока что медленно, но она идет всегда ровно.
Очень многие люди говорят, что она похожа именно на Монику Беллуччи, и поэтому я одобрила ее и поддержала. И, в принципе, я фотографировала даже сама на телефон. Есть большие сходства, около 70-80% сходства. Вначале, когда я только с ней познакомился, я не особо был уверен в том, что она справится с фотосессией. Я думал, что она немного зажата. Но после фотосессии у меня все сомнения просто исчезли, потому что я увидел, какая она на самом деле женственная, элегантная, изысканная. Мне очень понравилось с ней работать. Я считаю, что она и покруче будет, чем Моника Беллуччи. Мы с Рафаэлем остановились на фильме «Малена». Образ Моники Беллуччи мы взяли именно оттуда. Так как у нашей героини волос длинный, мы с ним, конечно, помучились, накрутили, закрепили, и результат произошел все ожидания. Насчет макияжа мы особо много не старались. Мы выделили губы, подчеркнули глаза. Я думаю, результат будет шикарен. Фотосессия прошла достаточно активно, быстро. При этом мы смогли выдать именно этот образ, который задумывали. И тем не менее, Лика очень хорошо поработала и смогла выдать этот образ. Лика, сюрприз на этом не заканчивается. Мы дарим тебе подписку на журнал «Мини» и фотосессию в журнале «Отдохни». Я надеюсь, ты рада. Спасибо, конечно, очень рада. Спасибо вам большое. Ты знаешь, по итогам месяца самый звездный лук окажется в журнале «Мини», и там будет, возможно, твоя фотосессия. Я желаю тебе удачи. Я была рада познакомиться с Моникой Беллуччи. Закончился наш день, очень трудный. Сложный день, насыщенный. Трудно быть Моникой Беллуччи, однако. Я думаю, все безупречно, все сделано идеально. Стилисты, визажисты, съемочная группа. В общем, все. После сегодняшнего дня я все-таки поняла, что у нас есть сходство, причем большое. Но это все благодаря работе стилистов и визажиста. Меня спрашивали, как будет, где ты будешь, что ты будешь. Я говорила, я не знаю, это просто непредсказуемый день. Так и получилось. Мне понравилось. Я уставшая, но я довольна. Я думаю, что я буду довольна и результатами этой съемки, самой программы. Если тебя все время сравнивают с местными или зарубежными знаменитостями, тогда добро пожаловать в «Звездный лук». Присылай свои анкеты и фотографии на указанный адрес. Ты звезда, и мы поможем тебе это доказать.